Привет! Всем привет, ребята! Вы на канале Милашка Малышка. И сегодня мы в очередной раз играем в Току-Боку. Круто! Но прежде чем мы начнем, у меня для вас есть очень важное объявление. Если вы хотите попасть в мои видео, оставляйте под этим роликом комментарии. Посмотри мой канал. Я хочу снять видео, где я буду смотреть ваши каналы. И под самыми клевыми видео я оставлю комментарий и поставлю всем лайк. Только есть три условия. Первое. Вы должны быть моими подписчиками. Второе. Поставить лайк. Третье. Написать комментарий. Да, лайк, кстати, под этим видео. Да. Ну и можете под другими ставить видео. Конечно. Мила не обидится. Да, Мил? Да, ну и как всегда, прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк на это видео и подписаться на мой канал. И нажать на колокольчик, иначе вам не придет оповещение, что мы сняли новое видео, где мы смотрим ваши видосики. Да. Вот. Ну, давайте начнем дальше. Где мы еще не были, Мил? Мы не были в супермаркете. Давай. Пойдем именно туда. Жмякай на него. Так, догружается. Сегодня у нас послание макарошки плюс сыр. Получится макароны с сыром. Получится. Что там? Какая-то бурдень. Это макароны с сыром, пап. Ну, вообще-то это спагетти, хотя нарисованы макароны. Ну, без разницы, это почти одно и то же. Ну, вы же помните, да, ребят, что у нас глюк тут произошел такой вообще у всех. Поэтому у нас пока что теперь долго грузится. Ну вот, мы, в принципе, в магазине. Тут, типа, отдел зоо. Тут животные разные, и все для них. Давайте начнем с касс. Там, как всегда, у нас с самого начала. Ой. Минус Току-Боки, то, что тут все берется. Да, вообще, кстати, лажа вот это. Можно все взять. Чу. Тут, кстати, даже, смотрите, есть какой-то игральный аппарат, да? Да. Давайте сделаем день. День, вот потому... По тьмах тут сидим тут. Так, вот на сумочку. Давайте сегодня выбираем, как всегда, персонажей. Угу. Я хочу вот эту девочку. Икс, теперь ты, папа, выбирай. А я возьму хипстера. Это вообще-то он работает, там где-то что-то ест. Ну, сейчас будет за кассой работать у нас. Так, а этого тогда это тоже будет покупатель? Да, этого мы уволим и поставим его вот сюда. О, кстати, ребят, смотрите. Ой. Люди, видите, оно питает. Прикол вообще. Ты сюда что-то подносишь. А, он типа украл, да? Да, типа кепка. Надо ее принести и подержать. Прикольно. Чувствую, игральный аппарат такой интересный. На нем можно поиграть, да? Не знаю. А, ой. О, что-то идет. Нет, это типа просто картинка такая. Ладно. Ага, ладно. Так, а тут, ой. А, опять корабли какие-то. Тут типа отдел для детишек, чтобы они тут могли купить какие-то себе игрушечки, да? А, тут игрушки всякие разные. Да, тут игрушки. Это получается, что там какие-то телефоны. Тут гаджеты. А, телефон, фотоаппарат. Ой. Опа. Ты сфоткал только что? Я что-то нажал, да, и сфоткал. Это тоже, смотри. Типа планшет тут котик как... Ой, ага, я раньше такого не знала. Опа. Что такое? Фотик. Это фотография же. А-а-а. Ну-ка. Да, это фотка. Тут ну, еще какие-то... Красный нажать. Ну, там просто картинки будут меняться. Ага. О, еще вот эти... Ничего себе. Прошу, здесь, ребят, все интерактивное. Ой, папа, нет, ты же их не купил. Что ты делаешь, папа? Я их уничтожаю. Да не доставайтесь живы никому. Телефон, это реально телефон был. Да, все, круто. Ага. Прикольно. Это игрушки всякие. Ну, стоп, а если вот сюда нажать, оно закроется? Нет, оно не закрывается. Нет, не закрывается. А, тут еще вот это рядышком... Это телефон сейчас закроется. Тут, смотрите, еще рядышком вот такая камера стоит. Если на нее нажать, ничего не будет. Дальше у нас отдел хозяйственный такой. Угу. Короче, так, погнали. Видите, все для дома написано «house». Девочка, переходи в этот отдел. Какая довольная сидит. Да, написано «house». Типа все для дома, да? Хаус, маус. Давай на нее оденем так колпачок. Колпачок. Чтобы был полный хаус. А давайте хаус. Ей дадим в руку метлу. Ты возьмешь ее? Давай. Да, она берет. А, она теперь с метлой. Такая, теперь она у нас уборщица, да? Ой, смотри, типа она подметает. Да, реально, смотрите, пыль. Смотрите, какая у них пылище. Ой, стой, так вот водить, где все в пыли будет. Стой, пап, стой. А мы можем ее, слушай, в мусорку выкинуть? Нет, людей мы не можем. Смотри, жалко. Жена на вентилятор. Он, смотрите, типа работает, да. Жалко, что мы не можем людей выбросить в помойку. Ну, папа. Тут типа отдел, ну, все для животных. Мы уже это смотрели. Это же животное или ленивец? Это ленивец, да. Пусть вот. Он... Животное и все для животных тут. Ага. Так, а Мил, а здесь есть какие-нибудь секретики, как ты думаешь? Думаю, нет. Ты уверена? Да. А если поискать хорошенько?
Ребят, вы знаете, есть ли здесь какие-нибудь секретики или нет? Я посмотрел, как бы, прохождение этого. Опа. Тут банкомат, ребята, у нас, смотрите, есть. Давай сюда передвинемся, пап. Вот, смотрите, мы нажимаем, типа, из него выпадает денежка. А потратить мы можем их на кассе, наверное, да? Да, можем их потратить на кассе. Прикольно. О, ты с него капюшон снял, папа, что ты творишь? А тут кнопочка нажимаешь, а нет, тут только деньги берутся. Ну ладно. Тут свет, типа, горит, не горит. Ага. Так, дальше у нас продуктовый отдел. Вы лучше свет включим. Тут у нас дальше, ну, как всегда, как во всех магазинах, есть продуктовый отдел. Ну, стандартно, да, там, типа, рыба, мясо, все дела. Угу. Так, ладно. Пойдем затариваться. Где хиппи-то наш? Что он там на кассу затащился? Ну, куда я пойдем? Ты сказал, что он продавец, пап, ты что? Теперь он будет покупатель. Так, значит, что тебе нужно? Тебе нужен, значит, туалетная бумага. Так, подожди, я что-то ее... Тут мешок есть, пап. Специально для продуктов. Да? Да. Ничего себе. А, точно, смотрите, как удобно. Ложи туда туалетную бумагу. Так. Оп. Одна и вторая рубом. Оп. И вот так. Так, все, еще... вот пошли. Идем таки за продуктами. С чем бы нам еще, ребята, сегодня затариться? А давайте мы еще один пакет ему в руки дадим. Давайте ему картошку. Картошечка ему нужна. Может, пиццу положим? Пиццу давай, пиццу. Давай. Thanks. Кладись ему, спицу ему. Пицца, сегодня ты будешь вкусно кушать. Ой, пицца не положилась, папа. Он пикает, он не оплатил. Ой. Теперь он стал продавцом. Так, давайте сначала деньги вот тут валяются. Представляете? Ребят, смотри, прикол. Перебор уже. Ограбик. Какая рожа вот у банкомата. Прикол. Ну все, папа, ты все деньги стратил. Ну ты что? Все, забираете денежки там. Типа, все, мы ушли. Типа ушли. Сейчас милиция приедет, смотри, заберет его. Охрана, я вынес... Ребята, я вынес 2 мешка с едой. Остановите меня кто-нибудь. Попробуйте меня остановить. Короче, он убежал, да? Да, все, он убежал. Так, что у нас здесь еще есть интересного? О, давайте так, посмотрим. Деньги мы, ребят, все из магазина кибли. Все сняли, да, вот они на полу валяются. 0 рублей тут. Они все на полу валяются. А давайте прикольнее, смотрите. Девочка такая пошла. Так, где у нас там пакеты-то? Пакеты-то еще есть, нет? Нет. Что, реально всего 2 пакета в этом магазине? Так, значит, мы сейчас берем туда ведро. Папа, это мусорка. А, оно не берет, что ли? Нет. Жалко, ребят, жалко. Папа, ты куда переносишь? Почему здесь нет пакетов вообще у них? Как? Вот странно, да? 2 пакета. Во всем магазине, кстати, ребят, во всем магазине 2 целлофановых пакета и все. То есть я что должен? Вот я теперь пришел такой, да? Продайте мне что-то, что, я должен в руке нести это или как? Вот что, вот я мяч. Нет, смотри, пап. Смотри, пап. Вот смотри. Вот ты мяч, да, купил. Ну. Берем мяч. Ой, и ладно, ну, давай возьмем что-нибудь поменьше. Вот, к примеру, вот эта кукла хотя бы. Угу. И что? Пожалуйста, несите. Подожди. Слушайте. Короче, смотрите. Так, дядька, иди сюда, так нос. Я не понял. Это манекен. Он не берется. Это манекен. Да. Я думал, это человек. Так, смотрите. Значит, сейчас я сейчас придумал, короче, что надо сделать. Так, вот у нас, смотрите, у нас деньги. Деньги. Так, что-то такое там у нас происходит. Не знаю, лишние звуки. Запакуйте-ка, ребята, нам деньги. Оп. Запаковали нам деньги, мы такие. Деньги уперли. Это, короче, деньги упер. А этот с пакетами, с неоплаченными убежал. Смотрите, что творится. Остановись! Ой, ребят, смотрите, тут еще есть. Сейчас еще тут. Слушай, а плакат тут, смотри. Там на плакатах же что-то можно тыкать, и вроде открывается. Ой, ничего не открывается. Только свет включается, да? Вот, смотрите, ребят, я нашла холодильник, и интересно, он открыл. О, он открывается. Угу. Это холодильник, типа, можно тоже продукты брать. Ну все. Ну, все сломало, короче. Еще можно кофе наливать, наверное, да? Смотри. Пап, смотри. Берем стаканчик. Все, все. Ну-ка, давай напоим его. Выпить. Давай, ну пей уже. Пей. Выпил, пусто. Ага, что себе. Так. Ну, вот такой получается, да, магазин? Да, ну вот, в принципе, как бы мы сегодня уже все показали, да? Наверное. Поэтому, из того, что мы знаем, мы все показали. Поэтому на сегодня все. Ставьте лайки на это видео и подписывайтесь на мой канал. Да, и не забывайте оставлять комментарии обязательно, да? Да, и участвовать вот в следующем, как бы... Да, если вы хотите, чтобы ваше видео оказалось в миллионных выпусках, да,
то обязательно пишите. Как говорится, welcome. Всем пока. Пока-пока.